Привет, криптоманы, с вами я, Олег Портовый, с обзором на бесплатную раздачу криптовалюты. И в начале обзора информация по предыдущим проектам. Итак, по аирдропу Lemon Finance раздача токенов у нас окончилась. На аирдроп было выделено 500 тысяч LEMT, и на данный момент токены все розданы, как мы видим здесь по нулям. Раздача токенов закончилась еще вчера, и то, что я нафармил за ночь, у меня было почти 27 лимонов, я так и не смог вывести. Баланс показывала, я пытался выводить, вроде бы транзакция проходила нормально, но с баланса здесь не списывала. В общей сложности мне удалось заработать и вывести почти 23 лимона. Свои токены ОКТ, которые я сюда вводил, я уже вывел на кошелек MetaMask. Также здесь занимал токены для увеличения фарминга. И если вы также здесь занимали токены ОКТ, то вам вначале нужно будет вернуть долг для того, чтобы вывести все свои токены на кошелек. И я вам советую, друзья, и дальше собирать с крана токены ОКТ, так как будет еще и третий раунд по раздаче токенов LEMT, и они вам пригодятся. И сегодня была опубликована новость в Твиттере, что токен LEMT залистился на бирже Gate, и его цена достигала до 15 центов. И по аирдропу от биржи CoinsBit задавали мне вопросы. Значит, заполнение проверки QS только на английском языке. И токены получаемы на баланс только после проверки QS. На обзоре у нас сегодня аирдроп проект 69. Проект 69 на основе от Binance Smart Chain. Это самый быстрый и масштабируемый цифровой актив, позволяющий заключать контракты в реальном времени в любой точке мира. За участие в аирдропе мы получаем 50 токенов P69 и 5 токенов за каждого приглашенного. Заявленная стоимость одного токена 40 центов. Раздача токенов на кошельки запланирована на 28 июня 2021 года. Токен P69 у нас в сети Binance Smart Chain, и для его получения вы можете использовать Trust Wallet или кошелек MetaMask с настроенной сетью Binance Smart Chain. Общее количество токенов 69 миллионов, и только 10% токенов выделено на airdrop. Итак, переходим по ссылке, нажимаем старт. Далее нам нужно решить арифметический пример. Вначале нажимаете «Продолжить», после чего отправляете ответ. Вам нужно будет присоединиться к телеграм-каналу и телеграм-группе. Далее перейти по ссылке на страницу Твиттера, подписаться и сделать ретвит закрепленного поста. Ставите лайк и делаете ретвит. В бот вам нужно будет отправить свое имя пользователя в Твиттере. Также по желанию вы можете присоединиться к каналу рекламодателя и заработать дополнительно токены P69. Отправляете свой адрес кошелька Binance Smart Chain, получаете реферальную ссылку, приглашаете и дополнительно зарабатываете 5 токенов за каждого приглашенного. И на этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры, и помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!